Ренато, ну, в Ростове ты первый раз вышел в РПЛ, до этого 2 года играл в России в ФНЛ. Какая разница между лигами, ощутил ли? Да, я уже 2 года сыграл в ФНЛ. Второй 45 минут сыграл в Ростову. Чувствуется большая разница, скорость игры. Уже больше темпа, сильнее темпа игры в премьер-лиге, чем у ФНЛ. Каждая ошибка может быть гол, если потеряешь мяч на свои 30-35 метров, то либо 100% шанс, либо команда соперника забивает гол. Наш предстоящий соперник, команда «Торпедо», тоже 2 года подряд играли с ними в одной лиге, вместе вышли. Следите, разбираете же команду наверняка. Насколько велика разница между «Торпедо» ФНЛ и «Торпедо» РПЛ? У премьер-лиги смотрел что-то тот и хайлайты после игры, которые они сыграли, я думаю, они поменяли чуть игроки, у них тоже сильнее команда, чем у ФНЛ. Мы когда сыграли с ними в ФНЛ, тоже было тяжело, не было легкой игры. Также сейчас, думаю, не будет легкая игра, но надеюсь, что мы выиграем.